Хабаровске на строящееся здание больницы упал строительный кран. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. На место происшествия выехали экстренная служба и скорая помощь. Оделся прямо сюда, на это, на поликлинику. Там на рифте, это помогите. Крановщик в машине. Прям башня отвалилась. И стрела легла вот сюда. Башня отвалилась прям. И на здание вон повисло. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.